Над Шипкинским перевалом в Болгарии возвышается пик Столетова. Назван он в честь одного из руководителей обороны Шипки, генерал-майора российской армии Николая Столетова. А на вершине пика стоит памятник свободы, посвященный подвигу защитников Шипки в русско-турецкой войне 1877-78 годов, в числе которых были тысячи российских солдат. Этот памятник начали возводить в 1926 году на пожертвование болгарского народа. Построили его из доломита по проекту архитектора Атанаса Донкова и скульптора Александра Андреева. А открыли 26 августа 1934 года. Чтобы подняться к мемориалу, нужно преодолеть 894 ступеньки. Это примерно 3 16-этажных дома. Сам памятник представляет собой 5-этажную каменную башню, высота которой 31,5 метр. Над входом лежит гигантский бронзовый лев длиной 8 метров и высотой 4 метра. Внутри башни находится каменный саркофаг с останками защитников Шипки, а также экспозиция, посвященная обороне Шипкинского перевала. С вершины памятника открывается захватывающий вид на перевал Шипка и его окрестности. Каждый август возле памятника свободы проводится историческая реконструкция сражений 1877 года. События, напоминающие о подвиге тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Болгарии.